всем привет! Вон, дизыкать. Это игра Срэк. Ну и он играет. Так, продолжим. Шоу начинается. Шоу мяу начинается. Оставить пиратчик. Хагр, спусти людей в трюм и приготовься к моему отступлению. Ха-ха! Страшите! Смотрите! Эти ничтожные пираты украли наш парус! Ах, они дебилы! Вернулся нас. Так, надо кого-то нужно. Ау, нам сюда уходить. О, это просто нормальный миск. Прекрасная рыба. Я в раю. Так. Ты будешь иметь честь быть побежденным мной. Нифига, как много денег у него. Опа-на, вот, опа-на. Сколько денег у нас, ребят? Сколько денег у нас, ребята? А подожди.
А у нас какой-нибудь магазин есть, ребята? Нет, не сюда. Кому в голову пришла светлая идея тут спрятаться? Нифига! Угрызешься. А где нас другая теска? Надо ее найти. Нифига. Нам нужен... Не понял! Это они приятные! Имеет? О, рыбаня. А вот эти, подождите. А нам никак тут не собраться, ребята? А нам не тут надо? А, это старая лодка? Ну да, старая лодка. Давай, на, иди какой-нибудь место, ребята. Мне тут достало. А иди какой-нибудь выход, иди. Это просто какой-то хвост. А, он пик. А не понял. Не руку. А чё я вижу тут? А, там у нас. Андере! Андере! Ой, а что за Андере? Да есть что-то какое-то? И что это? Андере! Андере! А! Ёба, ну за это звонится, это кот тупой с хреной. Понял. Как нам? Ой, а как нам было есть? О, такие маленькие, вот. Это не тот, который мне присыпает, ребята. Это есть, как бы поднимался на нас. Иди там, по-моему. Ничего. Не знаю, куда я могу заесть? Что? А где скал? Ящик? А, не, никак. Тут как-то никак. О, да. Молодец. Есть! Yes! Что? Не понял. Ай, почему не работает? А, работает. Прикол. Оп. Тихо! Чуть не упал. Ну и так. О, прикол. А где пират там? Пираты! Сырексу. Где он убил? Прикол. Надо пустить к нему. А нет, тут. Защищайся как мужчина. Или хоть как. Не можешь сказать им, что уступил сильнейшему. Опа-на! Всё, можно поднимать. Сам берёт своих козырь, сам... О!
А почему он слышит там что? Ой-ой-ой! Когда он перестанет там... Кот, спаси! Он меня... Всё! Ты не можешь! Я сдаюсь. Вот хороший мальчик. Понял, что она вышла. Не понял? Скатертью дорожка. Будьте вы прокляты за то, что отняли у нас такое сокровище. 1.5 фута под килем. Я до сих пор не понимаю, понял, о чем он говорит. У нас много дел, кот. Поехали. Поехали. Спасибо за деньги. Я буду скучать по тебе, Шрек. Да ведь я мигом вернусь. Нет, я... А это не может подождать моего возвращения? Нет, я... Нет, я... Ну и что это? Еще разок? Шрек, я... Что? Ну неужели ты не понял, Шрек? Ты станешь папой! Санта-Мария! Почему ты это? Руины отмечают границу Устера. Теперь, друг мой, мы находимся на опасной, неизведанной территории. А, думаю, где-нибудь отыщется разъяренная толпа, которая покажет нам, куда идти. Я с восторгом научу их правилам приличия, так или иначе. Остановитесь, крестьяне! Это необычный огр. Приветствуйте сэра Шрека! Сэра Шрека! Приветствуйте нашего друга Шрека, а не какого-то сэра. Пусть они потом Артура поприветствуют. Пошли. Я вынужден отлучиться, босс. Встретимся в Академии Артура. У тебя, стало быть, есть дела по... интереснее. Неподалеку живет одна моя знакомая леди. Она идет круто на дух. Нифига посмотри, куда стрелять! Прикол! Он разбил! Топоза? Какой-то нет. А? Ну ладно, сюда так, сюда. Фу, я чуть не облажался. Ты пропустил такую занимательную беседу.
Эй, Шрек, у меня есть вопрос. Чего? Как ты думаешь, этот самый Артур любит ослов? Чё-то я в этом сомневаюсь. Вот и я о том же подумал. Так, погоди-ка. Очень смешно, Шрек. Тебе что, вообще помощь не нужна, да? Нет, осёл! Остань! Чё ты за мной идёшь, орёл? А чё? Почему? А кто идёт? Остань! А куда ты всё тут? Да ё-моё, я не могу Я спички только. Он здесь! Бежим! Не понял. Идем, они сами закрыть дверь. Артём, ты где? Спрямо перед домой, а? Вот спрямо и вставляюсь. А, тупой осёл. И что? Ничего. О, фигу тут. Чувак, она так на меня разозлилась, и только потому, что я помог Золли с домашней работой по алхимии. Ой, Шрек, ты чуешь? Тихо, осёл. Как ты думаешь, кто здесь живет? От любви, понимаешь, до ненависти? Ха-ха! Такая уж она принцесса, чувак. И почему, интересно, они обязательно злятся? Пахнет, как гнездо водяных крыс. Помнишь, на болоте было в прошлом году? Водяные крысы тут ни при чем, осел. Это качки. А теперь потише. Говорящий осел? Этих недоумков из клуба волшебников ничего не научит. Зададим им, ребята! Он чистый! Силовой прием! Да ты на вид мерзее своего разлюбезного осла! Вот это да! Не связывайся с лучшими из лучших, чувак! Эй, класс 1462! Сейчас поиграем в футбол. Посрек! Это лучшее место для верховой езды во всем Вустере. А не понял? Ты ч... Не понял, это чё, скафа и... Так. А вот и сэр Шрек. А ты? Подруга
одной подруги. Ха-ха-ха. Твои тычки бессильны против моей магии. На 100% зелья не исследовать. Осталось новое игра. Ну что? Поиграем с Рэк. Сэк, приятель! Ребята, привет! Забыл сказать, ребят. Ладно, начинаем. На вот такие тогда сей ну так я играть хотел. Ладно. Чё это? Знаете. Эти руины отмечают границу Устера. Теперь, друг мой, мы находимся на опасной, неизведанной территории. О, думаешь, нельзя трещиться разъяренная толпа, которая покажет нам, куда идти? Я с восторгом научу их правилам приличия. Так или иначе, остановитесь, крестьяне! Это необычный огр. Приветствуйте сэра Шрека. Пусть они потом Артура поприветствуют. Пошли. Я вынужден отлучиться, босс. Встретимся в Академии Артура. У тебя, стало быть, есть дела поинтереснее. Неподалеку живет одна моя знакомая Лена. Ну что, значит... А, я забыл куда. А, на пустынке. А, ребята, я забыл. Так. Он... Я не понял. Это мои! Вы сами писаете. Да я чуть не облажался. Пропустил такую занимательную. Так, начинаем. Чего? Как ты думаешь, этот самый Артур любит нас? Чё-то я в этом сомневаюсь. Я тоже подумал. Погоди-ка, очень смешно, Шрек. Тебе что, вообще помощь не нужна, да? Да, всё. А... Меня разозлилось, и только потому, что я помог с Долли с домашней работой по алхимии. Ах, Шрек, чуешь? Как ты думаешь, кто здесь живет? От любви, понимаешь, да ненависти? Ха-ха! Такая уж она предательна, чувак. И почему, интересно, они обязательно злятся? Пахнет, как гнездованная крыса. Помнишь, на болоте было в прошлом году? Водяные крысы тут ни при чем, Ася. Качки. А теперь пойдем. Говорящий осел, этих недоумков из клуба волшебников ничего не научит. Зададим им, ребята,
Ew! Не связывайся с лучшими из лучших, чувак. Два! А вот и сэр Шрек. Одной подруги. Ха-ха-ха. Твои тычки бессильны против моей магии. Блин. У меня магия работает. Как она у меня пропадает, ребята? Да ё-моё, я потом к ней, я всё. Стена, я пошёл. А вот и сэр Шрек. Подруга одной подруги. Иди домой, крошка моя. Скажи злой королеве, что мы нашли огра. Да ладно, ладно. Опять.
Не связывайся с лучшими из лучших, чувак. Эй, класс 1462! А вот и сэр Шрек. Одной подруги. Ха-ха-ха. А как это делается? Так реально? Он сюда стал. Блять. Да блин, как это сделать? Стало сегодня. Стало как надо успокоиться. Да, пока она не убьет. Все, спасибо. Так. Это все. Нет. Смотри, что у меня магия.
Таск. Да блин, как она просто все это делает, ребят? Не успел. Да как она писает со мной? Давай. Да пошли. Да когда ты просто... Да я... Так. Я признаю чуть-чуть. Всё. Найди. Попал в меня. А так? Всё. Она птица. Попадать умела. Лети домой, крошка моя. Скажи злой королеве, что мы нашли огра. Она попала. Тихо. А, чуть не попал. Рано, ты катишься. Великая дорога. С той стороны было убежать, когда на нас напали ведьмы. Ты что, шутишь? Я убежал, когда качки летели. И, кстати, я убираюсь в комнату. Как думаешь, тут где-нибудь еда? Я так проголодался, что даже седу буду рад. Потрясай. Ну, раз ты обойдешься без деликатесов, я сейчас хлопну в ладоши, и сено свалится с неба. Хватит на это осел. И пошли искать Артура. Ну и... О, я могу играть всё в маме. Ты сёла? Осёл, осёл! Понял. Дорог. А может так? Возьми. Так, исполняй ты голоса. Ням-ням-ням. Слава! Ням-ням. Ударил! Внимание! Идут!
Смотрите, бешеный осел. Побереги. Не перебились. Еще что? Беседа? Я убираю с голоду. Но меня стукнуло! Сено упало с неба и стукнуло меня! У меня глаз дергается! Пау! Это... А, нет, нельзя! Так он прыгнул, молодец! И-ху! Вперёд, учёл! Вперёд! Спасибо! Да ё-моё! Всё, спасибо. Смотрите, мне мало Васёва с Река. Да? Есть? Будем представить там и... Ну я хочу зайти! Давай, давай, осёс! О! Давай, нету! Даем. Да? Е. Е. Мимо. Давай, начнем. Он приближается. Быстрее, быстрее. Что у нас спину трой цвета, а? Огни солнца. Ты нам все испортил. Да, я хочу испортить все. Суник. Давай теперь.
бы и так. Это школа? А почему похоже на лабиринты живой? Смотрите! Огр! Это сколько же раз уровень повышать? Возвращайся сюда с ключом! Где? Где он там бегает, бедняк? Чайся сюда с ключом! А, ты хочешь играть? Стойте! Это же не Геневра! Где он там? Где там этот? Видел? Ну, спасибо за монетку. А? Где он там? Начинаешь меня нервировать. А, он опять... Сейчас давай поедем. Ладно. Кто не тюнит? Опять эти едем. Найдем кого-нибудь. Ну, помоги, хватать, спасибо. Золото мои. Ой, только свои глазки, свои деньги строить. Ага, нету ничего. А почему монетки дома? Теперь я буду покатывать. Пока ты, ребята, дайте лайк мне. Всем мой где он там? А, он взял. Где сам он? Я не знаю, куча. Где он там готов? У тебя недостаточно высокий ум. Это автобус странный. Или никто никогда не оставляет ворота. Не бойтесь, босс. Я покорю эту неприступную крепость и расчищу для вас дорогу. Ладно. Он прыгает как бегучек. Так. Мяу! Кэт. А, сюда не могу. Ладно, простите. Вот. Это как... В сапогах чего не боится? Ничего. А, прикол. Видите? Ой, так, все сначала. Это мне не повезло, ребят, простите. Что-то ненормально сделала. Да моя спина. Индигусан. Спина. А, сюда не надо.
Блин, как это в игре не прикольно. Там чуть-чуть сложно, и всё. Да нет, когда ты... Ладно. Смоля! Ну, мой голос старый, ребята. Чё-то она вас все обманывает, ребята. Садим лайк из-за его. Да я... Шлёк я спал. Этот голос... Так, всё, вон гости. Юный босс, а это, наверное, торжественная встреча. А обои этот? Скажи-ка, малый, который здесь арт? Вон тот, высокий. Только зовите его Персиком. Прозвище у него такое. Хороший у мальчик, ребят. Кстати, лайки я займу и подписку в комментариях. Не понял. Он берет мне тут. Офигеть. Прикол. Подними. Закрывай, ребят. А не прикол, то я сломал. Ведьмы! Всё. Мы спасем вас. Прикладу 4 закрыл 1. А кстати, что там там? А, нет, тупик. Хочешь играть? Не забудь деньги отдать. О, ты пошутил. Давай же сыграем твою дурацкую ценную, да? О, а? Песок. Прикол. Он опять так прямо. Так, у меня для вас сюрприз. Тебе никогда не получить меч, Шрек. Достань себе меч, мне ребенок. Вот так. Не получишь ни того, ни другого. Хватайте его, девочки. Эй, Шрек, осторожно. Бросай футбольными мячами в пятку, Шрек! Давай.
too. Чем им бять, Бушрек? Yes. Да ё-моё, да... Да когда они перестанут свои магии? А когда она писается, свои магии делает. А нет! Мы постоим еще нас. Все. Свипаки! Как это делать? Окей, это открыто. Ты пойдешь со мной? Как ты меня назвал? Персик, пошли уже, нам пора на корабль. Ты опять это сказал? Скоро тебя будет звать так целое королевство, если мы когда-нибудь туда доберемся. А теперь пошли. Персик. Не прикасайся ко мне. Это был последний раз, когда ты оскорбил Ланселота. Ланселота? Я думал, Геркул. Этого оскорбления я тебе не прощу, Оливка-переросток. Ты ответишь мне на поле брани. Здравствуйте, товарищ Анатолий.
отправились на поиски короля. И он вернулась в замок, как блестящая красавица, белоснежка, ёлочка, хрупкая. Занимались тем, чем занимаются все принцессы в Турции. И... Вы серьезно? Насчет чаепития? Все принцессы всегда пьют чай в трудную минуту. Но у принца Чарльза и его королей были на этот счет дружного. 39-е королевство мое! Потребовал сообщить о местонахождении Шрека. Тебе никогда его не найти. Он сделал следующее прощение. Найдите окна. И бросил принцессу удачно. Нужно привыкнуть. Шрек бег. Принц Чарльз захватил трон. Следующий 39-го королевства. Ау! Ау! Есть тут кто-нибудь? Спящая принцесса! Фиона, где ты? Не могу, я тоже заперта. Чарли, не поверьте. Они отпускают нас! Здорово, да? Да, но вот только меня они забыли. Вы меня не выпустите? Пожалуйста. Даже не знаю. Боюсь, у меня будут неприятности. Как все это сделать? Как нам? И как все это делать? Я не понял. Ладно. Как это все? А нет, ладно. Ну я не знаю, как это все делать. Да я не знаю, как. Дурацкая игра. Как пройти на компьютере с 43-й? Пройти на компьютере 43. Как пройти на говорится в интернете. Смотри. Вещей. Давай. Ну как мне загрузиться? И как все это сделать? Как его достать? Эй, выпусти отсюда, а? Дурацкая игра. Надо спустить, что тут. Да, ребята. Вот. А ну, остань. Пожалуйста, выпусти меня. Как
тебя избавить. Есть какой-нибудь домик из холми? Но я не знаю. Ну, ладно, заканчивать можно и тогда. Пана. Как это раз будет у меня получиться? Прекрати. Ну ладно. Все у меня это. Все. Пожалуйста. Все это. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Цикутик. Спасибо за внимание. И всем пока-пока. Скоро до встречи. Завтра у меня будет получиться. На пятом, ой, на 6-м августе.